85 лет на страже безопасности дорожного движения. 3 июля сотрудники и ветераны ГИБДД отмечают профессиональный праздник. Именно в этот день, в 1936 году, была образована Государственная автомобильная инспекция МВД СССР. Как в Люберцах чествовали виновников торжества, расскажет наш корреспондент. Актовый зал наполнен цветами, подарками и грамотами. Инспекторы в белых рубашках, а на доске почета новые портреты. Поздравления с профессиональным праздником сотрудники ГИБДД по традиции принимают ранним утром. Несмотря на дату на календаре, несение службы никто не отменял. Служу Российской Федерации. У троих сотрудников в этот день получился двойной праздник. На погонах лейтенантов стало на одну звезду больше. Присвоено специальное звание старший лейтенант полиции Власкину Антону Леонидовичу. В Люберецком отделе ГИБДД более 180 инспекторов. Это аттестованные офицеры и вольно-наемные служащие. Их обязанность – обеспечивать порядок и безопасность на дорогах в любое время суток и при любых обстоятельствах. Работа достаточно напряженная, ответственная, хлопотная, непростая. И, естественно, коль вы люди в погонах и соприкасаетесь с нарушителями закона, к сожалению, бывает и такое, она опасная реально, чисто физически. Поэтому для начала я искренне хотел бы, друзья, вам пожелать, чтобы среди вас не было, самое главное, физических потерь. Это очень важно и главное. Поздравления принимали не только действующие представители этой профессии, но и те, кто посвятил службе всю сознательную жизнь. Это все началось в далеких 90-х годах. Ну, не знаю, такая настоящая мужская профессия, мне кажется, вот, помогать людям. Не знаю, был сделан такой мной выбор, и я не сожалею, что отработал 23 с половиной года. Очень было интересно поддерживать отношения с коллегами, созваниваемся постоянно по работе, с бывшими. Профессиональный праздник – это не только повод собраться и поздравить друг друга, но и подвести промежуточные итоги и сравнить, как поменялись условия службы по сравнению с прошлыми периодами. Обеспечение техникой на высшем уровне. Получаем новые автомобили патрульные, современные мотоциклы, современные автомобили. Идем в ногу со временем. Гораздо комфортнее стало. Под ведомством Люберецкой госавтоинспекции более 1000 километров дорог и 700 пешеходных переходов. Ежедневно на территории 5 городских округов заступает на службу 8 нарядов ГИБДД. Луиза Егиазарян, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ.